Здравствуйте, друзья! С вами снова Елена Муленкова, и сегодняшняя наша встреча посвящена увлекательной, очень веселой и действительно продуктивной работе в августе. Рядом со мной находится директор департамента продаж и дистрибьюции Михаил Курылев. И вместе с ним мы сегодня будем разбираться во всех акциях и промоушенах августа, которые для нас приготовила компания. Расскажите, в чем суть главного, ключевого промоушена начала августа? Здравствуйте, Елена. Я не буду рассказывать про все акции августа, в этом нет никакой необходимости, я расскажу про главную акцию. И не будет, наверное, преувеличением сказать, что это не просто главная акция августа, это новая акция, которой никогда до этого не было в компании. Акция ориентирована на всех, без исключения дистрибьюторов. Акция, благодаря которой дистрибьюторы могут получить максимум. Да, безусловно, эта акция связана с главной ценностью компании, с продуктом Vision. Казалось бы, мы уже много проводили таких акций. Что еще можно придумать? Но у компании есть неограниченные ресурсы. И поэтому в августе в компании стартует акция «Срочный вклад Vision». Что это такое? Условия очень простые. Я про них сейчас говорить не буду. Достаточно посмотреть вестник дистрибьютора, зайти на сайт, ну и самое главное, позвонить вашим спонсорам. Выполнив определенные условия, дистрибьютор в сентябре получает на свой подарочный счет 95 CV, на который можно приобрести продукт компании Vision. Казалось бы, это было и раньше. В чем новизна? А новизна заключается в следующем. Продукт нужен всегда и везде. Но иногда бывают ситуации, когда вот сегодня мне нужно 2 кейса продукта, через неделю мне нужен кейс продукта, а в декабре месяце мне потребуется 5 кейсов продукта, бустер кейс продукта, сплит-бустер, как угодно. Так вот, дистрибьютор, получив 95 CV в сентябре, а дальше происходит самое интересное. Вы можете сразу забрать этот продукт. Для 95 CV в сентябре. Как происходит обычно. А можете не забирать продукт. И в этом случае вам каждый месяц к этим 95 CV будет прибавляться плюс 15%. То есть к 95 CV в октябре будет добавлено еще 15% CV? Так точно. То есть в октябре это будет 109.25 CV. Опять же, дистрибьютор может взять продукт уже на 109 CV в октябре месяце. А может не брать этот продукт и дождаться ноября. Ноября прибавляется еще 15%. И мы получаем 63 CV. И так далее. Так как процент сложный, в целом за год к 95 CV прибавляется 435% годовых. Но это же огромная совершенно сумма. Это огромная сумма. Если проводить аналогии с банками, естественно, ни один банк такие проценты под вклады не дает. В чем еще заключаются очень такие приятные нюансы? Первое. Вы можете не брать 95 CV сразу. Вы можете в сентябре взять 2 баночки продукта. На оставшуюся сумму точно так же будет начинаться 15 CV. Фактически вы можете каждый месяц брать одну баночку продукта, и у вас в запасе всегда будет оставаться 95 CV. На оставшуюся сумму будут начисляться проценты. Что еще важно? Сразу после миллениума нас ждет, не побоюсь этого слова, огромное количество лончей нового продукта. Всегда... Запуск нового продукта. Запуск нового продукта. Всегда хочется попробовать новый продукт. Дистрибьютор, который в августе выполняет условия акции и который получает на свой счет 95 CV, фактически гарантирует себе в течение года возможность приобретать новинки компании бесплатно. Но нужно еще учитывать, что вот это правило действует только при условии, если дистрибьютор постоянно активен. То есть выполняет минимальные условия. Закупка на 190 CV ежемесячно. Каждый месяц. Именно так, да. Как называется эта акция? Срочный вклад Vision. Я думаю, что нам нужно пригласить всех дистрибьюторов к участию в этой акции, потому что действительно это очень выгодно. Насколько рассчитана эта программа? Она стартует. Квалификацию нужно выполнять в августе. А продукт можно получить в сентябре следующего года. Его можно получить в сентябре этого года, в октябре, в ноябре и так далее. И финальный месяц, когда можно получить много продукта, это сентябрь следующего года. То есть это фактически уже следующий миллениум?
фактически следующий миллениум, 15-й миллениум, именно поэтому мы говорим о 15%. Ну, это потрясающая новость. Мне кажется, что каждый дистрибьютор захочет принять участие в такой акции. И это не просто акция подарков, это акция дополнительных бонусов, которые каждый дистрибьютор будет получать каждый месяц в течение года. Лена, правильно будет сказать, что это не акция, это программа. И эта программа, возможно, дальше получит свое развитие. И важный момент, еще раз, это важно понимать, на целый год дистрибьютор получает уникальную возможность в запасе иметь 95 CV, каждый месяц прибавляется 15%, дистрибьютор может варьировать, он может в подарок брать старый продукт, может брать новый продукт, тем более, что на Миллениуме будет подробная информация о запусках нового продукта, дистрибьютор сможет выстроить свою работу на целый год, в том числе и с помощью этой акции. Пишите, делать срочный вклад в Vision. Итак, друзья, я приглашаю всех принять участие в программе «Срочный вклад Vision». Это действительно выгодно.